И из Забайкальского центра Даурия бьют тревогу. Среди бела дня под Читой выкорчевывают вековые сосны и кустарники, занесенные в Красную книгу. Все это происходит на земле, приобретенной дачным товариществом «Багаульник». Природоохранная прокуратура обратилась в суд. Он подтвердил, что участки принадлежат дачникам. Однако ни одного акта о том, что лес, принадлежащий государству, отдан под сруб, нет. Кто вырубает лес, мы не знаем. Вы знаете, сейчас в обществе, наверное, даже больше интересует не кто вырубает лес, а каким образом сейчас можно остановить рубку леса, это во-первых. Во-вторых, каким образом можно сделать так, чтобы в дальнейшем, в ближайшие годы, в городе, вокруг города, в пределах лес не вырубался. Вырубкой леса заняты гастарбайтеры. Они не смогли предъявить экологам никаких разрешительных документов. Ущерб, нанесенный Забайкальской тайге, уже составил более 2 миллионов рублей.